Он занимается экономическими спорами сразу в 11 регионах России, в том числе и в Краснодарском крае. Участие в расширенном заседании президиума судей сегодня принял губернатор. Вениамин Кондратьев отметил роль арбитража в состоянии экономики Кубани. Роль арбитражного суда очень важна, потому что вы как раз будете те, которые сегодня призваны обеспечить стабильность, экономическую стабильность, в том числе в нашем регионе, и всех экономических процессов. Достаточно динамичные экономические процессы, которые сегодня происходят в нашем крае, они позволяют сегодня нашей экономике быть на плаву. А если мы на плаву экономическими результатами, то есть, конечно, мы имеем бюджет. Чем выше престиж арбитражного суда и судей арбитражного суда, тем гарантирование того, что экономика будет стабильной в нашем крае. И инвесторы, поверьте, они очень сильно оценивают сегодня состояние правосудия. Каждый из вас своими судебными решениями, действиями, поступками может как поднять судебную систему на очень высочайший уровень в глазах жителей края, так и опустить. Вот это вас должен помнить каждый и понимать. И при том вы должны оставаться судьями не только во время судебных заседаний. В жизни вы всегда должны оставаться судьями и нести эту высокую должность тогда даже в быту, в обычной своей жизни. Мы находимся, если можно сказать, на втором месте в России по нагрузке. Первое место, мы знаем, как всегда, занимает Московский округ. Мы с нагрузкой более 30 дел на одного судью, мы с такой нагрузкой. И при этом мы с вами занимаем, тоже входим в тройку. Тройку лучших в стране, мы, если можно сказать, на третьем месте по качеству нашей с вами работы. После совещания Вениамин Кондратьев наградил арбитражных судей. Им присвоили звание «Заслуженный юрист Кубани».